Глава государства в ходе своих выступлений неоднократно отмечал, что наша главная цель – удовлетворение потребностей людей. Эти слова наиболее точно отражают национальную социальную политику. В целях улучшения жилищных условий работников горнодобывающей промышленности, проживающих в отдаленных районах страны, в Тамдинском районе Новоильской области построены и сданы в эксплуатацию жилые дома для семей геологов. На церемонии вручения ключей от новых квартир побывала и наша съемочная группа. Плато Кызылкум, раскинувшееся на территории Новоильской области, издавна было месторождением редких драгоценных металлов и содержит в своих недрах почти все редкие минералы, входящие в таблицу Менделеева. Совершенствование горнодобывающей промышленности и процесса переработки полезных ископаемых, безусловно, требует укрепления и расширения минерально-сырьевой базы. Сегодня эту работу выполняет высококвалифицированный персонал, работающий в акционерных обществах Уранкамьёб Медгеология и Кызылкум Геология при государстве. В Государственном комитете геологии Республики Узбекистан. Известно, что главное богатство любой отрасли – это кадры. Поэтому вопросы поддержки молодых и квалифицированных специалистов, создания для них достойных условий жизни также находятся в центре внимания. Устойчивое экономическое развитие и сильная социальная защита – формула дальнейшего развития нового Узбекистана. Как она работает на практике, можно увидеть на примере созидательных работ во всех регионах. Этот небольшой городок, возведенный в Тамдынском районе, теперь будет служить местом комфорта и налаженного быта для геологов, как было отмечено на торжественной церемонии в этих одноэтажных домах с 3-4-комнатными квартирами, построенных в глухой пустыне, разместятся 90 геологов с семьями. Ключи от новых адресов и документы на право собственности были переданы их владельцам. Примечательно, что при возведении этих зданий в короткие сроки, в соответствии с требованиями современной национальной архитектуры и с учетом природно-климатических условий, использовались отечественные стройматериалы, и все дома оснащены бытовой техникой. За геологов рады и их родители. С юных лет мой сын интересовался геологией и связанными с ней науками. Вот сбылась его мечта. Мы были рады услышать, что он получил жилье. Условия здесь хорошие, достаточно всего. Пусть их дети растут в этом доме счастливыми. Умарбек Хамроев имеет 15-летний опыт работы в отрасли. Раньше он с семьей жил в арендованном доме, поскольку у него не было постоянного места жительства. Сегодня для него особый день. Мечта стала реальностью. Узбекистанда хизмат көрсәткән геолог. Уны орлатасы итилди. Учреждено звание «Заслуженный геолог Узбекистана». Спасибо главе нашего государства. Строятся вот такие благоустроенные дома и передаются молодым семьям, специалистам. Повысилась и наша зарплата. В благодарность мы будем открывать крупные месторождения и служить государству. Все дома оснащены современной мебелью и бытовой техникой, а уютные и светлые комнаты особенно понравились домохозяйкам. В нашем доме есть вся бытовая техника и предметы домашнего обихода, горячая и холодная вода, все условия для проживания. Спасибо нашему президенту за внимание и заботу. Теперь в новом доме мы сыграем свадьбу сынишки. Раньше мы жили в арендованной квартире, теперь у нас есть своя крыша над головой. Благодарим за все. Следует отметить, что масштабная созидательная работа, проводимая в отдаленных селах и кишлаках Новоильской области, как и повсюду в стране, привносит новый смысл в жизнь жителей этого региона.